Этот декабрь принес с собой настоящую зимнюю сказку, но за ней кроются суровые реалии, с которыми уже вторую неделю борются коммунальщики. В ЖРЭО Первомайского района работа кипит полным ходом с утра до вечера. Все быстро среагировали, все вовремя посыпали, вывели технику. В принципе, когда снегопады, тоже стараемся с 6 утра, если вдруг видим, что на ночь уже насыпало или идет обильный снегопад, мы выводим сразу же технику в течение 30 минут, людей, чтобы своевременно обеспечить очистку территории и посыпку. Здесь с капризами зимы справляются 79 человек. В помощь – снегоуборочная техника. На балансе предприятия 14 машин. Всего специалисты обслуживают 400 многоэтажек. Дворники начинают работу с 7 утра. Чистят снег на ступеньках и дорожках. Сбивают наледи на пандусах и других травмоопасных местах. Затем посыпают песко-соляной смесью. Тем временем в режиме 24/7 трудятся и дорожники. К погодным сюрпризам готовы порядка 470 бойцов ДЭПа. На зиму заготовлено 12 тысяч тонн противогололедного реагента. На 3 тонны больше, чем в прошлом году. В апреле месяце мы получили 2 автогрейдера. Это белорусское производство «Амкадоры» G160. И в июне месяце мы получили 5 комбинированных дорожных машин на базе МАЗ. 52-19. В чем их отличие от старой техники? В том, что новая техника может летом выполнять мойку города и полив, в зимний период очистка от снега и посыпка противогололедными материалами. Несмотря на усилия коммунальщиков, в стране продолжают фиксировать гололедные травмы. Только за 3 недели в Могилевской области зарегистрировано свыше 100 таких случаев. Госпитализированы 33 пациента. В травмпункты, как правило, обращаются с растяжениями, ушибами и переломами. Медики призывают быть крайне осторожными и носить обувь на шипованной подошве из плотной резины. Если случилось несчастье на улице, дома, вы всегда можете обратиться. В городе оказывается квалифицированная помощь травматологическая, она круглосуточная. У нас работает больница имени Морозова в БСМП, круглосуточный травмопункт. Также наиболее тяжелые травмы, которые происходят, оказываются в приемном покое, и прием проводится тоже круглосуточно. Синоптики прогнозируют обильные снегопады и морозы. Арктический антициклон нанесет в Беларуси резкое похолодание. Температура воздуха ближайшей ночью опустится до минус 11. На севере местами может быть до 23 градусов ниже нуля. Поэтому самое время утепляться и готовиться к испытаниям на прочность. Ольга Васенда, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360.